Во второй половине дня комиссия продолжила свою работу. На этот раз она поехала на улицу Дзержинского. И там проблема аналогичная, что и в 7-м микрорайоне. Особые опасения у представителей комиссии вызвали снежные накаты и колеи, которые представляют реальную угрозу безопасности людей. Коммунальщики уверяют, техника работает по графику, на что представители управления жилищного хозяйства отвечают, что чистить дворы надо с опережением графика, если это необходимо. Мы вчера тоже на Мира 32, 34, 36, 38 тоже до асфальта все выгребли. Дойдет очередь до этого дома, здесь сюда асфальта уберем. Подождите, ничего страшного. Что значит дойдет очередь? Нет, ну вы поймите, покажите мне график, по которому вот вы в течение трех месяцев один раз убираете. И на основании чего вы... Почему? Может быть, не в течение трех месяцев. У нас вот здесь график на февраль месяц, декабрь, январь. Мы убираем. Три месяца, февраль, четвертый месяц пошел.